Для органайзера мне понадобятся жестяные банки разных размеров, спил дерева для основы, грунт по металлу, акриловые краски, акриловый лак, клей для декупажа и салфетки. Первым делом задекорирую консервные банки в технике декупаж. На чистую банку губкой наношу акриловый грунт по металлу. Выбираю мотив и вырываю его из салфетки. Теперь необходимо расслоить салфетку так, чтобы у вас был тонкий слой бумаги с изображением. Беру файл, кладу на него мотив картинкой вниз и заливаю небольшим количеством воды. Веерной кистью разглаживаю мотив, выгоняя из-под него пузырьки с воздухом. Убираю излишки воды салфеткой. Переношу изображение на поверхность банки. Аккуратно снимаю файл, постоянно приглаживая мотив кисточкой. Приклеиваю картинку клеем для декупажа. Займусь второй банкой. Здесь я взяла мотив, распечатанный на офисной бумаге на лазерном принтере. Бумага плотная для моих целей, поэтому с нее тоже необходимо снять слой. Наклеиваю на обратную сторону распечатки скотч внахлёст. Удаляю скотч и вместе с ним и слой бумаги. Теперь повторяем операцию с перенесением мотива на банку. Мои баночки высохли. Теперь губкой и акриловыми красками замаскируем место перехода мотива на грунтованную поверхность. Покрываю наши заготовки лаком. Пришло время сборки. Пробиваю в банках отверстия шилом. Для основы я взяла шлифованный спил дерева. Закрепляю банки на основе при помощи шурупа. Наш органайзер готов.